сейчас чревато вопрос. Чревато вопрос. Праздновали Иисус Христос этот праздник или нет? Еще раз. Праздновали Иисус Христос этот праздник или нет? Сейчас мы открываем. Книга Матфея, глава 26, стих 17. В первый же день опресночный приступили ученики и Иисус и сказали ему. Еще раз. В первый день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему. Первый день это что? Червотый день в первый месяц. В весной. От новой луны или, как сказать, полная луна. Надо читать первый день от полной или новой луны, первый, второй, третий до четвертый. В четвертый день вечером, когда уже нет солнца, начинать это праздник Пасха Господня. Об этом мы читаем сейчас. Послушаем и мы узнаем, если наш Господь Иисус Христос, который вы сказали, что вы любите, если Он праздновал это праздник. Стих 17. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему, где велишь нам приготовить тебе Пасху? Его ученики сказали, где вы хотите, что мы будем готовить, что мы будем готовить для этого, как сказать, праздник? Дальше. Он сказал, пойдете в город к такому-то и скажите ему. Еще раз. Он сказал, Иисус сказал, пойдете в город к такому-то и скажите ему. Что это значит? Уходите в город. А там вы видите этот человек. И сказал, а вы будете сказать его это. Скажите ему. Учитель говорит, время мое близко. У тебя совершу Пасху с учениками моими. Стих 12. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Приготовили Пасху. Приготовили Пасху. Иисус отмечал это. Его апостолы тоже отмечали это. Почему ваши христианские церкви не отмечают это праздник? Почему они не отмечают этот праздник, как Библия сказала? От этого вы должны понимать, что ваши религион или христианская церковь это ложный. А у вас там ложный пророков. Все ваши пророков здесь, они все ложные. Иисус здесь и его апостолы отмечали этот праздник, как Господь сказал, как Иисус Христос Отец сказал, как Он сказал. Дальше. Стих 12 еще раз. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили к Пасху. Это что мы должны сделать сегодня? Мы должны сделать, как наш Бог или Господь повелел нас. Как Он заповедал нас в законе. Дальше. Стих 20. Когда же настал вечер? Вечер, четвертый день. Вечер, четвертый день. Он возлег с 12 учеником. И когда они ели, что они ели? Они ели горькая трава. Они ели что еще? Мясо от козел или агнец. А что еще они кушали? Они
кушал пресный хлеб или опресники. Это что они кушали. Но здесь, что они кушали, певри, это мясо с горькой травой. Сначала. Сначала. Дальше. Стих. Стих 21. И когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить: каждый из них, не я ли Господи? Не я ли Господи? Это я? Я буду предать тебе? Это я? Это мой друг здесь? Это он? Дальше. Он же сказал в ответ, опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст мне. Впрочем, Сын Человеческий идет, как Писание о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться. Это человек, который будет предаст мне. Это лучше, что твоя мама не родилась тебе. Это что Иисус сказал. Надо думать и понимать его характер. Он сказал, это человек, который будет предаст мне. Это лучше, что твоя мама не родилась тебе. Это значит, что он будет наказать его потом, когда он будет потом здесь, в мире. Дальше. Стих 25. При всем Иуда, предающий его, сказал: не я ли равви? Иисус говорит ему: ты сказал. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил и раздавая ученикам, сказал: он здесь взял хлеб. Какой хлеб? Белый хлеб. Что он здесь взял? Опресники или пресный хлеб, как мы читали в книге Исход, глава 12. Это что он здесь забрал? Дальше. И когда они ели, стих 26, и когда они ели, ели что? Когда они ели горькая трава и мясо от коз или агнец. Иисус взял хлеб, пресный хлеб или опресника, и благословил, преломил и раздавая ученикам, сказал: примите, едите, сие есть тело мое. Это от сегодня будет как мое тело. Когда вы кушаете это в будущее, надо помнить мне, надо помнить, что я умирал для вас. Я умирал для всех ваших греков. Надо помнить мне каждый день, когда вы это будете кушать, это пресный хлеб. Мы это еще сегодня кушаем это. А мы всегда помним наш Господь в этот день. Праздник. Это праздник. И каждый день суббота, или свечной суббота, или шаббат, когда мы кушаем это пресный хлеб. Или дома, когда мы кушаем это пресный хлеб с красным вином. Потому что это что он заповедал нас. Дальше. И взяв чашу и благодарил, еще раз, и взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все. Еще раз. Пейте из нее все. Что они пили здесь? Красный вино. Это четвертые вещи нужны кушать или пить в этом празднике. В этом празднике надо кушать эти трех, еще раз, опресники.
Второй. Второй. Горькая трава. Третий. Мясо от агнец или коз, или козел. А четвертый. Надо кушать, надо, извиняюсь, надо пить это вино с это пресный хлеб или опресников. Еще раз. Вместе мясо, трава, а потом вино с пресный хлеб. Вместе. Это день. А это первый день. А потом каждый день в этом празднике. Помните, это как сказать, это 7 дней. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шесть или седьмой день надо кушать пресный хлеб каждый день. Это его закон, это его заповедь. Дальше. Книга Матфея, глава 26, стих 27. Еще раз. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все. Стих 28. Ибо сия есть кровь моя нового завета. Моя нового завета. Это нового завета. Это для все люди. Или только для израильских людей. Это, сегодня, это не для сегодня. Это другая тема, другой день. Еще раз. Стих 28. Ибо сия есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Стих 29. Помните, я раньше сказал, что мы будем отмечать это? Я раньше сказал, помните, что мы будем отмечать этот праздник в будущем с Иисусом Христом. И это будете. Это, извиняюсь, это будет больше, чем как мы отмечаем это сейчас. Об этом будем читать сейчас. Стих 29. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего, в царстве небесной. Я буду это еще раз повторять. В Царстве Небесной. Вместе. Если вы читаете, вы будете читать книгу Еремии, глава 16. Он сказал, что когда он будет спасать нас еще раз, в эти последние дни или дня, это будет очень великий, это будет очень больше, чем раньше, когда он это сделал в Египет. Это будет очень большой в будущем, когда он будет спасать нас в будущем. Это уже все. Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons.
IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.